В Ереване тем временем массовое задержание после потасовок оппозиции с полицией. Вчерашним поздним вечером 165 человек попали в полицию, 30 из них уже арестованы. Всем предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Служба безопасности страны уже заявила, что дебоширы планировали жертвы среди гражданских. Их, к счастью, удалось избежать. Пострадавших как минимум 60 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Но началось все с митинга оппозиции, однако в какой-то момент группа радикально настроенных участников начала раскачивать толпу. Около 100 провокаторов забрасывали полицию камнями. Потом они перебежали поближе к силовикам и со стороны правоохранителей уже начали атаковать толпу. Вот так начались беспорядки. Потом провокаторы попытались прорваться через оцепление к захваченному зданию ППС. Вооруженные оппозиционеры, которые осаждают этот полицейский объект, открыли беспорядочный огонь. В результате получил огнестрельное ранение один силовик. Потом митингующие начали взрывать светошумовые гранаты. Светошумовые гранаты в том числе летели и со стороны полицейских. Кстати, в результате загорелось несколько жилых домов, и в том числе пострадал двухмесячный ребенок. Как раз от едкого дыма он начал задыхаться. Всего в больнице доставлены несколько десятков человек с ранениями различной степени тяжести. Среди прочих ранен был наш оператор. Его ранение в ногу. Нам, к счастью, удалось вчера его найти. Его состояние улучшается.